культурный подкаст «Короленко On Air». Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короленко On Air». Меня зовут Виктор Балашов. И мы продолжаем наш цикл «Библиотеки мира». Сегодня мы отправляемся в Национальную библиотеку Мальты. Национальная библиотека Мальты является одной из старейших в мире. Само здание считается национальным памятником и включено в список архитектурных достопримечательностей Мальты. В библиотеке читают научно-популярные лекции, проводят различные научные конференции, мероприятия, посвященные городским праздникам, и выставки редких документов и книг из других библиотек. Находится библиотека в столице государства, Валлетте, в самом центре города. Первый камень, фундамент здания, был заложен в XVI веке, но в 1812 году библиотека поменяла место дислокации, так как ее фонды уже не вмещались в прежнем здании. В архивы Национальной библиотеки Мальты были переданы 9600 ценных экземпляров частной коллекции магистра Мальтийского ордена, а также книги из библиотек крестоносцев. С 1976 года ей присвоен статус «Национальный». В библиотеке сохраняются важнейшие документы истории развития Мальтийского государства. Например, такие как папский постулат, подтверждающий создание Ордена Святого Иоанна, 60 инкунабл, среди которых и космография Птолемея, карты местности, дорог и археологических памятников 16 по 20 века, выполненные акварелью, коллекции зданий и великолепнейших переплетах, созданных для короля Людовика XV. Здание Национальной библиотеки Мальты построено в стиле неоклассицизма. Строительство библиотеки заняло 10 лет, с 1786 по 1796 годы. Его проект создал польско-итальянский архитектор Стефано Итар. В стиле постройки присутствует дух Италии. Это отражено в красивых окнах прямоугольной формы, украшенных колоннами. Над ними располагаются окна овальной формы. Внутри по всему периметру библиотеки вы можете видеть красивый балкон, поддерживаемый колоннами в таком же стиле, как и снаружи здания. Кроме того, над входом есть балюстрада. Сам холл выполнен в бело-серой цветовой гамме. Полукруглые углубления в стенах украшают бюсты известных деятелей и надписи на латинском языке. Перед центральным входом можно увидеть выполненный из мрамора памятник королеве Виктории. Его автор – Джузеппе Валенти. Вход в Национальную библиотеку Мальты бесплатный. В кафе-библиотеке устроена небольшая историческая выставка, которую можно посетить, вооружившись аудиогидом. Эта экспозиция с использованием различных визуальных эффектов пользуется популярностью у многочисленных туристов. Таким образом, основной миссией библиотеки является сохранение всех рукописей и печатных книг, а также периодических изданий и журналов Мальты. Согласно местному законодательству, один экземпляр каждого выпускаемого издания должен храниться в библиотеке. Библиотека является хранилищем письменного наследия Мальты, которое находится в свободном доступе общественности и исследователей. Здесь же проходят разного рода тематические выставки произведений писателей разных эпох, а также выставки, посвященные историческим событиям Мальты. В силу большого разнообразия городских и природных ландшафтов, небольшая Мальта является популярным туристическим центром, а также местом проведения съемок художественных фильмов. Например, на Мальте снимались такие фильмы, как «Гладиатор», «Мюнхен», «Код да Винчи» и другие. Ну а на сегодня все. Слушайте наш подкаст и до новых встреч!